Nokia 6600S. Замена полифонического динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6600S». Динамик выходит из строя или работает некорректно, чаще всего из-за повреждения мембраны мусором, который попадает через выходное отверстие динамика. Замена его – процедура несложная. Поддеваем динамик металлической лопаткой и извлекаем его из корпуса. Динамик намагничен. Нужно отметить, что полифонический динамик имеет с обеих сторон направляющие. Направляющие с правой стороны более узкие, и это нужно помнить, устанавливая динамик. Новый динамик устанавливаем на место старого и слегка прижимаем. Все, полифонический динамик заменен.